холодный лед и горячие эмоции. В Чебоксарах прошел финал республиканского этапа всероссийских соревнований «Золотая шайба» среди хоккеистов старшей возрастной группы. На решающей игре побывал Рифат Фаткулин. На льду лучшие хоккейные команды «Комсомольск» и «Яльчики». Исход игры непредсказуем. Молниеносные атаки на первых же минутах. Хоккеисты, несмотря на свой юный возраст, играют агрессивно. В первом периоде команды обменялись точными ударами. 1-1. Игра равная. Соперник, броски очень сильные, они очень крупные, играют в защите хорошо. Ну, у нас командный дух. Главное не бояться. Не бояться ложиться под шайбу, не давать бросать. Во втором периоде «Яльчики» усилили прессинг. В средней зоне шайба практически не задерживается. Спортсмены из «Комсомольского» уверенно защищаются. Но благодаря быстрым комбинациям соперников шайбы залетают в ворота один за другим. В третьем периоде напористость «Яльчикских» парней не оставила сопернику даже минимального шанса на создание опасных моментов. Итог игры 7-2. «Яльчики» побеждают. Благодаря тренировкам мы сильно играли сегодня. Ребята тоже молодцы, играли достойно. Не тактика, это настрой был. Как настраивались, так и выиграли. В целом, «Золотая шайба» прошла долго, и всех мы выиграли. Без единого поражения. «Золотая шайба» в первую очередь соревнование не для профессионалов, а для всех, кто только еще мечтает о большом спортивном будущем. Игры проходят в два этапа. В этом сезоне участвовало более 20 сельских команд. Самое важное для ребенка, те, которые заняли первые места, дальше они проходят в следующий этап и будут уже бороться с командами других субъектов Российской Федерации. Финальные соревнования будут проходить в городе Салават, Башкортостане. Хоккей в первую очередь развивает в детях мужской характер. Конечно же, координацию. И те, кто пришел в хоккей, наверное, остаются с этим видом спорта до конца. За серьезные победы профессиональные призы. Лучшим из лучших вручили кубки, медали и грамоты. Расслабляться нельзя. Борьба за чемпионство уже на всероссийском уровне продолжается. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Республика.